Я на этих выходных был у бабушки в гостях на 23 февраля, и она мне купила вот такой вот подарок. Это самолет из мультика «Супер Джек и его друзья». Я вам хочу сказать то, что если этот самолет перетрансформировать, он будет в коробке не вот такой, а вот такой, потому что коробка так экономичнее. Но если вы его перетрансформировали после коробки, он меняет совсем другой облик, буквально за минуту, потому что здесь очень много деталей, поэтому будет минута, потому что, как минимум, вот эти, они будут вот дальше. Потом надо их отсоединить, тут надо их открыть, такие руки, ну не обязательно, это ваше по желанию, но я просто покажу. А когда у вас другая поза, из которой вы его достали из коробки, нужно поднять вот такое вот колесико, чтобы ему было удобно приземляться. Также у меня такой самолетик, у которого ручки, у него они тоже выдвижные. Не у всех самолетиков они выдвижные. И здесь такие выдвижные руки, и сама кисть выдвигается как бы вот так, а она будет вот так, сейчас здесь, в этом положении. А она может выдвигаться до сюда. И ручки такие коротенькие, а могут выдвигаться. Соответственно, вот. Пропеллер, ну, вы его по желанию можете крутить, можете не крутить. Это уже как вы хотите, это вам решать, не мне. Ну и все, всем до скорой встречи, всем пока.